плохо какой трек. Ой, я могу тебе вард отдать, вы там поставите что-нибудь заблочить. Жесть, у них там гемов. Короче, пора дота плюс брать. Жесть, ты крут. Я отписался недавно от него. Так вон, у тебя третий левел варлок. Ну, недавно отписался только. Третий левел варлок, ты шо, псих? А чё? Третий — это вообще ничто. Вообще любил поиграть в варлоке, когда апал ММР. Он сильный был. Я, чтоб ты сразу понимал. Да, чё, тебе просто качаться на пассивном, все, я тебя буду хилить. Чего, блядь? Дай вопросы. Здравствуйте. Он подрубил, кстати, лол. Лол. Кого? Тизер? Который не видно? Причем тизер? А, бараш? Бэ, бараш на первом — это вообще аутизм, он вообще ж не дамажит. Бэ, бараш. Ты же ракету дашь? Это и чё он задумал? Раунд. Вот делить и бить его. Ну чё, блять? Ванну себе бараш, ты засынь. Не делим. Хуёво. Я отошёл. Но можем этого поделить ещё. Делим. Я себе хилю. Ну ты свинья. Грамоты разменялись, оф, пацаны. Максимально грамотно? Максимально грамотно. Просто гений. Ты через сколько меня похилишь? Через 3. 2-1? 2-1. Вообще, конечно, хилить первым хилом — это вообще не камильфо. Ну все, давай 5-го ждем и только-то хилим. 3-го. Помню, раньше в первой доте было такое правило: до 3-го не нападаем. Когда 3-й, и тогда я был. Это когда было-то? А потом кто-то его нарушил и сказали: вот, петух. Типа ты на первом все равно не убьешь, а на третьем реально можно доебаться и убить. Не, ну это жестко. Ты на саппорте, я правильно понимаю? Чё? Извини. Не путай. Ладно, просто... просто качай себе заебонов. Давай динамер жарко. Раз, два. Мясо в рот. Нам, кстати, надо линию толкать, и я буду пулить, блять, он. А почему тизер невидимый? Это, блядь, так и должно быть или что? Да. Серьезно? Нет. Но доту усложнили. Понял. У него реально есть тизер, я думал, это просто. Ну, если на него нажать, там видно аура тизера. Нам нужно добить нашего ренжа и задонать их. Можем донать нашего уже. Раз, два, давай. Понял. У меня палка, если ему пизда. Что за животное? Вообще, ну лучше виспа бить. Чтобы он хилился? Тихо-тихо-тихо, он, ребят. Может фул, он может фулл хп хилиться. В смысле? Прямо. Когда фулл хп, он хилится все равно. Поменяли шиль? Да. Лол. Я с ДНР. Да мне бабки нужны. Да мне тоже нужны. Я еще рассчитывал, что ты меня хилить будешь, регена не взял, а ты это... Да буду тебя хилить, но я рассчитывал с третьего тебя хилить. А ты не хочешь взять какой-нибудь грамотный тосик и однажды его закинуть? Хочу, давай ранжа задинаем. Да ты сам динаешь, блядь. Да там через раз, как урон прокнет. Я хочу... Целовать песок. Целовать песок. Ты как узнал? Пусто. О, видел? Короче, можем за этого ранжа подраться. Так вот эту штуку лучше не ловить. Можем? Можем. Ну под оверчарджем мы вряд ли им это. Похуй, нормально. Чё врат не слышу? Дай его на драп. Я своего убил. Походу слишком тихо дота включен. Игорь, мы это отсосали. Не понял. Ну маруну не взяли. Да, хуй. Если, кстати, у него... О, Игорь, пизда. Бегу, бегу, бегу. Под... Да там некуда кидать. Это хилю. Братик, это эти. Да я нормально. Я тоже нормально, у меня стиков дохуя. А это кто такой? Он прибал! С чего, блять? У меня ещё нету. А у меня теперь кулдауна нет, да, у этой штуки, я прав? У него есть, но... Там вечный тизер вроде. В смысле вечный? Он только что тизернулся Гирчу, я слышал звук, а потом он тизерится к крипам. Что сделали с дотой?
Дота 3. Восстание машин. Дебилов. КВП, конечно, заруинило максимально. Папак? Какую мне магию качать? Мне нужно почитать, поставьте паузу. Я думаю, надо третью. Не, точно не третью. Я читаю. Почему? Первую или вторую. Короче, первый кулдаун жестко падает. Добьешь? Нет. Блин, мне трек надо кинуть. Бегу. Грубо. Жалко, таунта нет на моем. Блин, знаешь, что нам не хватает на линии? Маны. Бацилла. Чуть пойдем? Я хочу после этого крипа резко за ботлом, если там не будет экстанции. Слушай, ну сейчас мана накапает, может что-то это и выйдет. Можно виспаун там красный где-то. Я типа как агент. Я под вышку с крипами. Смотри. Смотри, что. На меня кинешь? Да. Добьешь он уже? Не, да. Я бацилу притащу себе потом. Ладно, хил в 3 возьму, так и будет. Я хочу ему ее ебало. Сломать? На корочку на топ надо вам? Да. Положите в нее что-то. Потащил. Бацилу притащи, мы тут будем вообще как боги стоять. Да, можем. Если ты хокнешь, то можем. Или будет что-то, какой-то стан. Насыпка, подсыпка. Да я обоих подстанул. Еще пошел. Что-то ковать будет хок грамотный? Или ты сдохнешь просто? Характере. Я охилю тебя. Красиво. Мы бациллы теперь тут плотные. Я своих бью. Резня курица. Кто? Это ты уже. Я уже. Все, стыдно стало? Потому что если не людям, и ты отошел? Да. Я обычно на похуй добиваю, там что вообще не добил и как-то неловко вышло. Что-то я все... Чё наш друг говорит? Мне просто вообще тихо, я не слышал. Он говорит, ебал твой рот. Он, по-моему, тоже достал. Вообще обидно немного. Ну так, самую малость. Ну, скажи ему, что обидно. Блин, а у меня братья вообще ульт? Наверное, братья. Наверное, да. Мне кажется, они что-то задумали там где-то. Где они вообще? Мы спокойно с ним качаемся. Ну окей. Просто я чуть и не покачаться, блин. Вообще по-хорошему толкать линию, чтобы я пулил. Там же можешь сейчас пульти или нельзя? Да. Можно. Я даю тыку. Ну, следующую пачку запустим. Слышь, они тут, кстати. Мы можем их отпердолить очень жестко. У меня с малой проблемы. Если они стики зарядят, то можем. Не достал. Так бывает. Ну я типа если переключу, мне хватит. Надо мозги, чтобы включились в этот момент. Угу. Блин, ну мне же напердолить надо. Пару. Ладно, я походу не запулю. Или успею. Мне нужно после этой тычки кинуть палку. Я веспа кидаю, наверное. Ладно, веспа не получится. Ну. Ага. Я отпулил. Выспа фласк. Я могу сюда подвести, мы здесь качаемся, не? Да, как хочешь. Просто мне кажется, они к тебе придут. Хотя ну, мы их отвидим, если они придут. Мы в говно. Ну да, поэтому я хотел к тебе приходить. Смотри. Подойдешь? Ебать. Не иду. Вы видели, что сейчас произошло? На одной веспа нападать. Я не знал, что это так работает. Что именно? Морф в думе может. Я забаунтил. Мне ракеты дали. Окей, иди. Я тебе ничего не будет. Караулю, окей. Я пошел. Они меня двоем уже точно. Че кабач морф сделал? В ульте дума может переключить форму. Че? Я тоже хуел. Морф не может думе форму менять. Потому что она закончилась только сама. Кончилась, типа. Я в мид пойду. Давай, Игорь, жахни его. Давай. На выход пошел.
Иди сюда. ТП делаю. Сделай, будто ты дегенерат. Сделай. Блять, ты не... Блять, Мерф, это полная хуйня была. Хил одна секунда. Но я ему дам. И точно ему? Да, точно. Тос есть. Блядь. Первый. Голема, голема, отведи в сторону. Да, ну... Опа. Так хотел, кабачки тоже. Да-да-да, так хотел. Команда дебилов. Думаю, сейчас охуенно по двоим банды там голему скину, и в итоге, блядь... Хуй так это происходит. Иго, с кем не случается? Я крипов. Айди крипы ебать. Игорь. Приведешь одноклассника, это вышку забрать? Он скоро кончится. Да, ну ты, конечно, молодец. Ну вот там колпа пошла фидить. Блин, жесть, там герои крутые, что просто бегать их, у меня блинк будет. Ты чё? А ты чё? Ну так мне на блинк. Ну вообще, я помню, брат, ты же рассказывал то, что там похуй кто вас хитит. Ну я до сих пор не уверен, есть смысл или нет. У тебя сколько денег дали? Не знаю, я чё считал. Почему написано товар 100, ебать? Чё-то ты... дёшево. Ну супер. Так, я за блинком, но мне нужно руна на ману. Или шрайн. Го на шрайн. Мана, мана. Ту-ту-ту-ту-ту. А у нас есть смог? А куда они идут да. вообще, чтобы знать? Кто? Короче, тут только РНЖ можно отпулить или что? Нет, там просто нужно шрайн что-то, что такое. Нажми смог. Игорь, ты не хотел подождать? Игорь? Да похуй. У него базила. Нажми смог. Ну что, ну давай. Ой, тут вот там снизу нападение. Так мы берем его, Игорь. Бля, ну просто на фул защитил. Если берем, то... Вот здесь герой. Чё, у нас нет никого? Да похуй, погнали, блядь. Тот сдох. Тот... Или чё? Или банды не убивают? Убивают. Всё, надо. О. На нахуй. Нормально кабач. Тут Зевс, кстати, с парнем. Мне поебать, хрена. Я не сталкаю. Мне поебать звучит как дефис этой игры. Есть присамбы к ним в лес? О, есть дефис. Дум летит на меня. И Растик кто-то идет еще. Будет помощь на этих? Дегенерат. Бегу, я бегу. Он стек. Ебать я не... Жестко. О, ну пизда. Заметил, как я паузу выдержал? Я подбирал слова. Прибирал, что можно, что нельзя. Но это такое тоже слово. Не, это нормально. Спорное, не, да? Не, это даже... А чё ты сказал? Дебил я сказал. Плюс бан. Не, дебилы можно. Ты спрашивал? Есть? Смотри, сейчас Растик захочет умереть снова. Да, мне уже не особо это интересно. Я ушел оттуда. Мне нужен этот кач. Делай кач. Я бегу кабач. Кабач? Ты видел это говно? Вард постелся в центре. Руны. И руна мне нужна. Элем 30 сек. Элем? О, я могу бегать. Сейчас эту куру встречу. Опа, я бегу.
точно? Да, виспа можем? Ну, я такой, типа, я... Ой. А, висп далеко. Да, если я кажется, они здесь варят. Почему я не могу это показать? Висп. Нашел виспа. Блин, хаста кончилась. По идее, я его убью. О. Если бы я его убил еще. О, хорош. На, нахуй. Он поймал пнёк? Снизу ебут, снизу же ебут, хелп. Делают. Пэйли релокацию. Бам. О, кэч. Блять. Ты решил всех понемногу побить? Я просто на автоатаке бью. Кабачий рюкс. Ладно, сам рюкс. 20 секунд голем. А там враги вообще играют или что? О, играют, походу. Играют. Да ты байчишь нормально. У меня вообще полный 2 как бежал. Год как и умер. Да, просто ты 2 с нами, пожалуйста. Нет, там драка. У меня голем не мой голем. Драка закончилась. А, нет, не закончилась. Я бегу. Ну, к концу драки, чувствую, прибегу. Да, вот это. Я тебя хилить буду, иначе. А у меня герой почему-то не хилится. Встань, не стоял, я хотел сказать. Это вот туда же. Это вот того. О, минус капа. Нет. Почему ты говоришь? Да если в следующий раз будешь хилить, это посильнее. Ну, как могу. Поверил ему. А, так дэмэджу много получаешь. Да бьют, сука. Магиями пришел. Слышали, что голем фапли в 21-м патче? Бать-кабач, у вас хитмастер. Кстати, я бы сейчас надо будет. Нормально, по-мужски. Не просто же так вард поставил. Не АФК. Это просто так. Опа, смотри, сзади. Ракету в меня поставил. Земля, воздух. Никто не ломает, кроме меня. Нихуя. Гребаный пылесос. Его вообще слышно? Да. Нет. Ого. У меня, походу, кабачное видео. Ребята, нашел сегодня группу с раздачей скинов розыгрыши CSG от Орленко. Пиши им. Угу. Наверху здесь есть то? Не. Ну я иду пехом, короче. Только там медасики надо вышку ломать. Чё, куда? Чё, почём? Баунти, наверное. Я внизу пробую взять, или получу пизды. Одна из двух. Сука, пиздится. Индюбидабли. Бля, пробую приметь.
А... О, кажется, все закончилось. Представление. Че, будем их заканчивать? Игорь, ты готов или еще надо покачаться? Да, я в принципе давно готов. Его кончать? Да хоть где, ну давай. Да вниз полетел про забаунти, тут не было нихуя, я что-то увлекся опять качу. Всегда по кайфу. Блин, игра скучная. Медасик сейчас кину тут. Большого крипа. О, там сейчас медон нафидит парень. Блять, еще одного убить надо 18-го подойдет, короче. Да там уже без нас. Ну двоих тащи. Все. Я погнал. Аркандрону бы... О-о-о! Поехали. Заканчивать. Кому хил? Не мне. Кабачка. Ну можешь регенить? Сейчас я помогу заканчивать. Да. Принимает ставки, кто получит дум в рот. Никто. В смысле? Такого варианта нет. Предлагаю вниз идти. Ты пошли, трон сломаю. Да какой трон? Трон долго слишком. Вели не быстрее. Так я... Ты планируешь отсюда уходить, что ли? Не, ну крипы с двух линий придут. Смотри. Кирич что-то в меня захотел делать. Сын дерьма ебаного, что делаешь? А я дома. Я пошутил. Свидания. Ты чё не сдох? Сори. И чё, мне никто не помогает? Чуть-чуть! 20 хп. А, чё-то надоело в таверне сидеть. Или игра это надоела? Она была весела минут первые 6. Да, мне нормально было. Спасибо за рецепт, да? А потом они стали бегать пятером. На Арлоке это как весело. Да ты фармил просто всю игру. Ну а что еще делать? Хз, мы вдвоем бегать пехать их. Вдвоем-то мы всех убили. Ну, кайфануло от игры вообще максимально, нет? У меня рефреш летит, но мне... При этом раз ты 5 апсов. 500. 370, да? Ну, бабки беру. Бегаю тупо пятером, как крыс. Ладно, я делаю решительный шаг. 26 секунд, ты можешь для победы к этой игре. Блин, кончайте фьюз. Кабач. Ну что? Кабач, где Блейдмейл? Не получилось с Блейдмейлом. Почему надо гирокоптер вместо морфа? Ну, вот там, блядь. Беги, не стой. Я лечу, Игорёк. Я кликаю... Они все сдохли. Я кликаю мышку. Почему ты долго лечу? Я кликаю, кликаю. В смысле? Блять, мне не хватило... Хватило. Блять. Я очень большой. Это лишний голем. Все нормально. Вижен. Ты промахиваешься хохом, а не думаешь, что все, и тут прыгаю я в них. Ребят, попугайте меня. Это не эпично то, что вы делаете. Я промахнулся хоком. Ребят. На нахуй. Ща дам. Иду на фонтан. Погнали. Погнали на фонтан. Кабач, подойди, дай вижу, что убедиться. Давай, стоит. Захожу, дал. Вернул обратно. Ты чё? Ох ты урод! Пойдет. Наконец-то оно закончилось. Мерф Руинер. Взял, убил меня просто так. Так он и меня пытался убить как-то раз.